Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующие. С вами Владимир Яура, и это программа «АвтоСтоп». Мы продолжаем серию наших тест-драйвов. И сегодня на нашем тест-драйве довольно необычный автомобиль. Это мультифункциональное транспортное средство из Франции, Citroën Berlingo Multispace. Также сегодня отличием нашего тест-драйва будет то, что у нас два ведущих. Это, собственно говоря, ваш покорный слуга, с которым вы уже хорошо знакомы, и Антон. Антон – глава большой семьи из четырех человек, плюс еще мама жены и собака. В настоящий момент рассматривает покупку нового автомобиля. Итак, Антон, вот ваши ожидания от автомобиля подобного класса, как вы считаете, они оправдаются? Скорее, да, потому что машина внутри очень интересная. Начиная от посадки водителя, мы сидим довольно высоко. Мне нравится, когда хороший обзор. Это очень удобно. Дорога не утомляет. Ну и как, если окинуть взглядом машину, не придираясь особо к деталям, много интересных вещей тут есть. Ну, мы еще подробно поговорим об этом, когда сделаем остановку. Но вот сейчас мы, собственно говоря, я в двух словах немного расскажу об этом автомобиле. Этот автомобиль, собственно говоря, не является, скажем так, кардинальной такой новинкой. Он, это, по сути дела, второе поколение Citroën Berlingo, который, в общем-то, уже хорошо знаком нам. Но сейчас он пережил рестайлинг и ряд модернизаций. Здесь появился целый ряд систем, о которых мы чуть позже поговорим. Но главное, скажем так, я предверю самую главную изюминку этого автомобиля, это то, что здесь появилась коробка-автомат. То, что, в общем-то, так долго ждали владельцы этих автомобилей до рестайлинговой эпохи. Но, опять-таки, что я могу сказать о ней? Вот мне удалось уже поездить на этом автомобиле где-то в течение дня. Я скажу так, ну, коробка, она не вызывает нареканий. Может быть, чуть-чуть мне показалось, она немного задумчивой, что приходится выкручивать довольно хорошо двигатель, где-то порядка до 2000, чтобы она более резво поехала. Но я, опять-таки, я еще не пробовал режим спорт. Может быть, в спорте она поедет. Вот сейчас мы попробуем это сделать после светофора. Тут, правда, камера стоит, но в пределах, скажем так, допусков. Вот. Что еще можно сказать о внешности? Внешность поменялась не столь радикально, как я уже сказал, но здесь нет таких вот ярких каких-то дизайнерских находок. Но и откровенно раздражающих элементов нет. То есть дизайн лаконичен, он функционален, и поэтому он красив. Что еще, конечно, несомненно, будет греть душу многих владельцев этого автомобиля, то, что автомобиль 100% узнаваем даже в самом плотном дорожном потоке. То есть его не перепутаешь ни с чем. Можно перепутать только с его родным братом, это Peugeot-партнером. Собственно говоря, они не являются клонами. А в остальном это действительно самодостаточное такое транспортное средство, которое, в общем-то, ну, я думаю, можно полюбить. И, я думаю, причем таких людей набирается достаточно много. Автомобиль производится у нас в России на заводе ПСМА в Калуге. Там же, кстати сказать, находится и завод двигателей, теперь он заработал. Поэтому то, что вот сейчас им удалось удержать цену на автомобиль с автоматом и, в общем-то, в такой небедной уже даже базовой комплектации, на той отметке, которую мы озвучим позже, ну, я думаю, это как раз вот заслуга того, что его производят у нас. Ну, вот сейчас попробуем где-нибудь оторваться, но тут пока не получится, чтобы нам посмотреть, как же работает система. Именно в режиме спорт, если его перевести. Что еще можно сказать здесь, вот именно чисто по ездовым вещам, которые здесь есть? Здесь автомобиль имеет дорожный просвет 175 мм. Французские наши коллеги относят это дело к русификации этого автомобиля. Говорят, что это именно сделано чисто для России. Не знаю пока, на бездорожье я на нем не выезжал. Да, я думаю, в здравом уме туда мало кто отправится. Вот. Но есть функция, которую сейчас наши французские друзья активно продвигают. Это грип-контрол. Что это такое? Это здесь находится на приборной панели такая рукоятка,
который можно регулировать, переключать. Это функция режима работы ESP. То есть она имеет небольшой расширенный функционал. То есть тут есть грязь, тут есть снег, тут есть движение в тяжелых условиях. Но я, опять-таки говорю, сам это дело не пробовал, но прислушивался к мнению экспертов, которые уже катали этот автомобиль. Они говорят, что в принципе достаточно просто отключить ESP. И уже это будет другой автомобиль, он может вылезти из такого, как сейчас называют, пикникового бездорожья. Это, видно, еще мягче, чем паркетное. Но, по крайней мере, то есть где-то по пути на даче, я думаю, что вы проедете. Я, правда, уже предвижу оппонентов, которые скажут, смотря на какую дачу. Но, тем не менее, я думаю, что это вот, скажем, такой полезное приспособление, которое хорошо, что оно здесь есть. Вот. Вот ваши оценки, вот мы сегодня уже довольно долгое время ездим, как вот вы по состоянию, по ощущению в автомобиле? Как вы сказали, ничего не раздражает, потому что когда садишься в новый автомобиль, который тебе еще мало известен, что-то начинает уже напрягать. Сначала мне не понравились стеклоподъемники, то, что расположены по центру, а не на двери. Но сейчас вот мы с вами поездили, я понимаю, что, в принципе, это даже, наверное, удобно. Ну да, они, по крайней мере, под рукой, их не надо искать. Очень удобно будет, я думаю, моей супруге ездить в качестве пассажира, потому что мы с вами находимся на расстоянии удобном, хороший обзор. Было бы интересно, да, и, конечно, прокатиться и понять, насколько высоко сидит водитель. По коробке. Ну, сейчас, кстати сказать, я перевел ее в режим спорт и попробовал ускориться. Ну, честно, я не почувствовал какой-то разницы. Она стала, да, дольше зависать на нижних передачах, то есть как бы позволяет более динамику, да, естественно, она потеряла часть задумчивости, и это плюс. То есть, конечно, если нужно где-то, вы поклонник такой драйверской езды, я, например, отношу себя к таким, то мне как раз именно подошел бы именно режим спорт. Но сейчас не об этом, сделаем остановку и познакомимся с нашим героем поближе. Антон, вообще, вот что ты ожидаешь от своего будущего автомобиля? Здесь очень просто объяснить. Я был владельцем большого микроавтобуса H1, и сейчас я владелец очень хорошего машины Peugeot 308. Я познакомился как с максимально большой машиной, так и с относительно маленькой машиной. Теперь мне хотелось бы что-то среднего. Ну да, и вот как раз большим громоздким объемом на машине, которой очень тяжело припарковаться в городе, и между машиной, которая подходит для города. Вот, плюс не будем забывать, что у тебя довольно большая семья, включая собаку. Да, собака это самое. Это святое, я понял. И теща. И теща. Ну, теща еще святее. Понятно. Ну, опять, что ты ждешь? Это должен быть большой объем, это должен быть какой-то функциональный салон. Вот именно вот конкретно хотелось бы от тебя услышать. Конкретно это езда по городу, езда на дачу. Соответственно, габариты машины не должны быть очень большие для того, чтобы можно было спокойно припарковаться во дворе, где всегда очень мало места. И функционал. Внутренний функционал машины, когда можно кучу мелочевок распихать по машине. Семья большая, у всех свои личные вещи, особенно у детей, у которых помимо гаджетов есть то, все, пятое, десятое, и это где-то должно находиться. Ну чего, тогда к барьеру? Да, с удовольствием. Ну давай тогда пойдем, давай посмотрим эту машину и поглядим, отвечает ли она. Самое интересное, посмотреть, соответственно, багажный отсек. Так, доступ к нему довольно удобен, есть с чем сравнить. Как, ну, сюда прям напрашивается
что-то положить крупное. Так, я тебе больше могу сказать, что здесь еще можно вот так вот, присев на пикнике. Ну и... да, кстати, это хорошая идея, крышей, да? На трассе, если где-то отъехать, если до кафе много далеко, можно присесть, сюда столик поставить. Да можно и куда-то вот на природу навес, выехать. Да, вот навес. Да, здесь все это есть. Можно. Очень удобно в этом отношении. Посадка. Кстати, вот объем здесь 625 литров. Это вот если под полку, это вот чистый объем, да. Но, в принципе, его, как понимаешь, можно и трансформировать путем складывания задних сидений. Сиденьем у меня отдельное предпочтение. Хотелось бы, чтобы сиденье можно было полностью вытащить. Я имею в виду второй ряд сидений. Но здесь есть такая возможность, потому что сиденья не только складываются, но и убираются. Я думаю, сейчас ты попробуешь это сделать, с продемонстрировать. Посмотрим. Да? Так, посмотрим, как закрывается. Ну, все довольно-таки просто. Угу. Сдвижные двери, кстати, хочу сказать, тоже большой плюс. Дети у меня очень подвижные, эмоциональные, и часто, когда мы подъезжаем к торговому центру, они норовят открыть дверь и всегда переживают, что другую машину ударит. Здесь такое, в принципе, исключено. Я думаю, твои дети и столики оценят, которые здесь стоят. Ну, столики, да, кстати, это похоже на самолетную тему, когда ты летишь, ты можешь... Попить, да еще и с подстаканником. Подстаканник, да, здорово. Хорошо. И они, все сиденья отдельно регулируются по углу наклона. То есть можно сделать, там есть ручечка. Так, вот ручку я пока не нашел. Вот она, да, то есть можно его наклонить. И спинку среднего можно сложить, и получится хороший подлокотник. Да, наклон регулируется. Такой же ручкой он делается там сбоку. Ага, вот. Ну, как раз, да. Если и даже подстаканники имеются. Сидеть, то, соответственно, чтобы они не дрались, эта штука их будет разделять. Ну, правда, тещу придется оставить дома. Тещу придется посадить на багажное отсек. Ну, да. Раньше так и было место для тещи. Ну что, попробуем теперь? Пойдемте вперед. Вынуть. А, вперед? Хорошо. А, вынуть, да. Да. Давай, вынуть. Так, ну вот это очень хорошая тема. Тема. Потому что помимо семьи, эта машина может помочь и заработать. Да. Кстати сказать, смотри, сейчас ты это сиденье опустишь. Ну, допускай, да. Сейчас. Смещай его вперед. Так. И переднее также укладывается. И можно возить длинномеры. Так, а кладывается она куда? Вперед? Вперед! Спинка. А. Зачастую... Не-не-не, спинка вообще целиком ложится. А, спинка целиком ложится. Зачастую либо кто-то попросит, либо... Вот она, получается, у тебя полностью длинномер, который можно положить сюда. А если вот сиденье сложить вот в такое положение, не вынимая, так, то здесь получается 3 кубометра свободного пространства для перевозки. А если вынуть их, то вообще будет. Самое главное, что если они утаскиваются легко, это будет огромным плюсом. Посмотрим сейчас, как это происходит. Так, небольшая заминка. Стопор. Да, брюки превращаются. Так, и все с первого раза. Ага, получилось. Вот. Так, сиденье легкое. Кстати сказать, его на пикнике можно же сиденье поставить легкое, напротив, да, и рядом, и сесть на него. То есть, в принципе, даже ребенок, мне кажется, сможет его вытащить. Ну-ка посмотрим, что у нас тут получится. Сконструируем наш отдых. Да. На трассе. Пикник на обочине. Давайте попробуем, да. Ну... Что-то в этом есть, конечно. Я единственное не знаю, выдержит ли сиденье, если на него так сесть. Я думаю, выдержит. Ну, я думаю, что можно, да, попрактиковаться. Ну да. Так, а что у нас? У нас все сиденья так вытаскиваются, да? Да, вот, собственно говоря, пространство, которое здесь получилось.
Мы не будем сейчас все целиком, я думаю, раскладывать. Но будет видно и так, что вот оно, собственно говоря, пространство. Так, эта полка может убираться, да? Да. И получается у нас ровный пол. Да. Это очень хорошо. Можно даже поразмышлять на тему, сколько сюда велосипедов зайдет. Или колясок. Или колясок. Ну, колясками, период колясок переросли. Уже переросли, да. Но если бы, если даже будет пополнение, то можно и смело, не собирая коляску, сюда ее поставить. Ну, сейчас, я думаю, начнется сезон велосипедов, удочек. Так что, если снять передние колеса с велосипедов, сюда можно смело два велосипеда и двое детей посадить, уместить. Ну да, запросто. А вот что-то вы говорили по поводу какого-то бокса. Да, здесь как доп. Оборудование можно поставить бокс еще дополнительный. Ну, вообще, в принципе, здесь 154 литра дополнительного пространства, которое, в общем-то, можно использовать для хранения всякой мелочевки. Я бы обратил внимание ваше вот над передней панелью сверху над местом водителя и переднего пассажира. Большая полка. Вот она довольно такая внушительных размеров. Есть отсеки в передней панели, то есть там два открытых бокса. Есть бокс, который находится за приборной панелью. Здесь, на что бы я еще обратил ваше внимание, раз уж мы так перешли к развлекательной части, то здесь на этой модели установлена, теперь появилась двухдиновая консоль, которая вот здесь. Но она, в принципе, я так понимаю, наверное, была и раньше. Я сейчас плохо помню комплектацию Берлинга 2 до рестайлинга. Но здесь она вот находится. Единственное, здесь ее бы недостаток, какой я отметил, это то, что здесь в связи с ее появлением исчез трип-компьютер. То есть здесь нельзя посмотреть средний расход топлива, здесь нельзя посмотреть остаток, пробег на оставшемся баке. На серийной модели, которая существует, ну, в смысле, без этой опции, там все это есть. Там есть такой экранчик небольшой, там приемник стоит другой, и вот там вот туда это все выводится. Почему они не сделали это здесь? Ну, я думаю, что, в общем-то, это как бы переживаемо. Потому что в остальном она, да, работает, она мультифункциональна, там есть приемник, там есть навигация, там есть музыка, там даже есть видеопросмотр, ну, вы видели, там сейчас у нас мы как раз вот эти концы видео выскочили. Спереди большой объемистый перчаточный ящик, естественно, и еще уж, если мы говорим о мелочевке, то есть смысл обратить внимание вот сюда. Вот еще здесь под передними сиденьями находятся боксы. Ну, это что-то новенькое. Да? Такого я еще, кстати, да? Не видел. Интересно. А что же у нас впереди для пассажира и водителя еще? Давайте посмотрим. Ну, вот хочу сказать, что мне очень нравится, что нет большого вещевого ящика здесь. Здесь я бы посчитал сначала это недостатком. Нет, наверное. Я посчитал как раз-таки это за достоинство, потому что, когда мы ездим за город по трассе, то бывает, что оно помогает, это пространство, что-то быстро переместиться назад к детям. Подлокотники, это тоже аксессуар дальней поездки, ну да. Удобство. Сиденье здесь регулируется по высоте, может регулироваться, там есть вот эта ручечка, да, вот видите, вы можете его опустить вниз или поднять вверх. Да, это тоже большой плюс, потому что дальняя поездка подразумевает, чтобы таз находился выше. Ну да, 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 да. Быть немного пониже. Ну да, согласен. Руль регулируется по углу наклона и величине вылета. Так. Внизу там есть, да, такая рукояточка. Да? Угу. Ну, диапазон может быть, конечно, не очень большой, но дает возможность усесть как хочется. Ну да, 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 да. Конечно, здесь нет таких новомодных функций, как обогрев руля по всему ободу. Mm-hmm. Но, как сказал один мой знакомый, жили без этого, я думаю. И зимой становится все теплее. Да, 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 да. Зато ветровое стекло обогревается полностью по всей площади. Mm-hmm. А обогревается чем?
Я так думаю, что сетка. А, сетка, да. Да? Стоит, да, 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 да. Нет, здесь это именно все функции полностью. Есть, стоит здесь кондишн. Вот, кстати, вот это, я про эту полочку и говорил, вещь. Да. У меня не было машины с такими полками. И, наверное, как раз-таки покидать сюда какие-то документы. Ну да. Которых сейчас много. Теперь главное это просто не забыть, где что лежит. Но, в принципе, вот эти отверстия показывают, можно увидеть, что там что-то есть. Ну да. Французы продумали. Интересно. Мне очень понравился, на самом деле, потолок. Он высокий. И дети у меня, как я сказал, эмоциональные, часто махают руками, встают, и потолок у меня на машине сейчас почеркан. Здесь большой это простор. Это будет очень тяжело им почеркать. Да, здесь большой простор. Можно пересесть, встать. Ну, в принципе, даже, конечно, это не на ходу, а где-то на парковке, ну, перейти, да, с переднего сиденья на заднее, да, дети могут, да. Плюс мы опять уже говорили о столиках сзади. Смотрите, вот если оставить два сиденья, ну да, одно убрать, то вот как сейчас, да, у нас получается доступ к багажному отсеку, не, ну да, из машины. Ну да, в общем-то, да. Это тоже хорошая вещь. То есть где-то функционально это можно использовать. Честно, да. Я бы, например, не догадался сразу о такой функции. Очень понравились мне быстросъемы. Все-таки на микроавтобусе, который у меня был раньше, кресло, чтобы снять, нужно было их долго откручивать, и они были очень тяжелые. Вытаскивать их – это была проблема для поясницы. Из проблем, ну да. Здесь это интересно. Угу. Что можно еще по функционалу здесь сказать, по передней? Значит, ну, главное, конечно, преимущество этого автомобиля, то, что здесь, скажем так, в ходе рестайлинга планово, потому что если мы говорим о этой машине, то это не новая модель, это модернизированная модель второго поколения. И в ходе вот этого рестайлинга, ну, как мы уже я отметил, появились вот эти функции, как вот голова вот эта двухдиновая. Но главное, конечно, то, что здесь появился автомат. Здесь стоит автомат, честный автомат, это именно гидротрансформатор и автоматическая трансмиссия, это не робот и не вариатор. Плюс это автомат Эйсен, шестидиапазонный, который, я думаю, у вас, ну, проблем Эйсен, не... Да, Эйсен это... Эйсену можно доверять. Эйсену можно доверять. Да. Единственное, так вот на ходу мне, может быть, не очень понравилось, но я не переходил в режим спорт, может быть, мы сегодня еще это проверим. Он мне показал, что приходится его сильно выкручивать, то есть он задерживается, долго зависает на пониженных передачах. Вот, то есть его приходится крутить, чтобы он перескочил куда-то вверх, то есть по динамике. Но в целом, в принципе, в потоке вы не проигрываете никому. Может быть, мы посмотрим, что у нас в моторном отсеке? Да, почему нет? Очень интересно посмотреть машину с бытовой точки зрения. Допустим, не дай бог, что долить жидкости. Надеюсь, это будет минимальное. Ну да. Что... Так, рычаг я нашел быстро. Угу. Я помню, на каких-то машинах этот рычаг очень тяжело найти. Ну да. Там, кстати, быстро сказать, они обозначили даже место его крепления. Желтым маркером. Да. Это желтым хорошо маркером. Угу. Здесь стоит двигатель 1.6, 115 лошадиных сил. Двигатель не новый, сразу могу сказать. То есть он достаточно хорошо себя уже зарекомендовал. Он с хорошей историей положительной. Мощность 115 лошадиных сил. И, честно, это самое, я так понимаю, что это атмосферник. Ну, по внешнему виду, по крайней мере, похоже, да, не видно здесь. Турбина здесь не, видно, да, не, ну, просматривается. Кстати говоря, это даже больше плюс. Вот что... о чем и речь. Есть еще дизель, 90-сильный мотор, собственно говоря. Оба двигателя теперь производятся у нас в России. ПСМА построил завод моторный в Калуге. Поэтому, в общем-то, двигатели не будут заоблачные по цене по сравнению с теми, что на предыдущее поколение поставлялись из Франции. Вот, поэтому, я думаю, это тоже плюс. А вот интересно, на дизельных двигателях пусковой подогреватель, он уже с завода идет? В описании идет? Я не видел. Надо его, я не видел. Скорее покупать, всего, наверное, может быть, надо покупать, но это надо посмотреть спецификацию, потому что здесь я навскидку не схожу. Вот хорошая тоже вещь. Я видел, ну, у меня на ПЖ, собственно, такая вещь. Любая штатная, нештатная ситуация, нужно быстро отключить электропитание автомобиля. Ну да. Делается тут раз, два. Здорово. Вот. Это очень удобно. Кстати, удивляет очень многих даже механиков. Ну когда да. Они видят
такую простоту. Аккумулятор поменять, конечно, не так просто. Не так просто, я да. по опыту знаю. Но, в принципе, оно и не нужно. Если раз в 5 лет у нас, в принципе, замена аккумулятора. Ну и, в общем-то, скажем так, пространство здесь моторное не вызывает такого, скажем. Ну, да, все просматривается довольно легко. Угу. То есть у меня никаких отторжений не вызывает. Ну да. Очень интересно заливать. А, здесь, значит, еще по омывайке. Здесь 5-литровая емкость. Она тоже увеличена. Можно смело залить и остатки... Да, бутылка целиком войдет. Потому что они, это, скажем так, доводили ее до России. Что здесь еще есть? Ну, я уже про электрообогрев стекла сказал. Плюс здесь уже в базе стальная защита. Именно не пластик, а стальная защита днища. Это, я думаю, плюс. Опять-таки, здесь увеличенная емкость аккумулятора. Здесь увеличенная мощность генератора. Именно для России по сравнению с европейскими моделями. То есть, в принципе, по электрике он такой. Довольно малыш такой, подготовленный. Так, хорошо, давайте посмотрим дальше. Угу. То есть здесь все. Пока это, я так понимаю, все пока отвечает вашим запросам. Да, кстати сказать, у этой машины еще достаточно привлекательная цена. У нее ее стоимость сейчас 1 399 000 рублей. Это именно вот за модификацию с коробкой автомат и с мотором вот этим бензиновым. Автомат ставится только на бензиновый мотор. На дизеле автомата нет, там стоит ручка. Поэтому тут уже либо приходится выбирать либо механику, либо автомат. Потому что я так понимаю, что дизель это больше будет привилегия коммерческих фургонов. Потому что этот автомобиль существует еще и как коммерческий цельнометаллический фургон. И там, естественно, многих... вещей нет, которые здесь, но я думаю, там они и не нужны. Я хочу сказать, что в глаза бросается множество отсеков, как вы уже сказали, может быть, да? Я сейчас уже тоже сам это вижу. Есть две бутылки, ну, небольшая, правда, но есть тут есть флажочки, которые удерживают. Можно сюда положить тряпки. Вообще это если стать счастливым владельцем такой машины, я думаю, что детям будет интересно недельку здесь полазить в этой машине. Да, я думаю, поизучать, да, совершить массу открытий. Есть всяких ящичков, как вот показали. Да, с той стороны такой же, да? Есть, да, они с двух сторон. Можно что-нибудь спрятать даже. Ну да. А, Владимир, подскажите, а как здесь ситуация с запасным колесом? Запасное колесо здесь полноценное? Насколько я знаю, да, здесь запасное колесо полноценное, оно висит сзади под бампером. Если туда сам заглянуть, то вы его увидите. Да, полноценное. И доступ к нему здесь не надо ничего вытаскивать из багажника, чтобы болтик находится вон здесь, который удерживает его как раз. Это очень важно, потому что совсем недавно мы ездили за город и пробили колесо. И на ПЖ, например, поменять все-таки проблематично. Нужно вытащить все вещи из багажника, достать запаску, отыскать домкрат. Здесь он под сиденьем, да, находится. Да. Под сиденьем. Опять-таки же, не надо все вытаскивать из багажника. И, в принципе, я так смотрю, что поменять. Вытащить его и поменять не составит особых проблем и сбережет нервы жены. Сделали остановку, поменялись местами и снова в путь. Владимир, вы надо знать, что когда большая семья и куда-то едешь, постоянно приходится вылезать, залезать из машин. Да. Вот мы сейчас с вами прокатились, и я понял, что мне понравилось из этой машины вылезать, потому что на седанах этот процесс занимает определенное количество усилий. И когда постоянно туда-сюда ходишь, заходишь, выходишь, наступает усталость. Здесь мы с вами сейчас поездили. Мне очень понравилось то, что можно спокойно вылезти. Ну да, входишь сюда, очень по крайней удобно, мере, да. даже не пригибаясь, как на некоторых машинах. Раздражение приходится... не вызывает процесс выхода из машины. Ну да. Давайте посмотрим, как она ездит. Ну да, вот интересно теперь послушать. Да. Ваше мнение? Ну, тормоз здесь
классический, очень чувствительный, как у всех французов. А, то есть это вообще характерно? Быстрый, да, это характерно. Это плюс или минус? Это плюс. Минус – это поначалу и кажется, что это минус. К примеру, если человек, у него маленький стаж вождения, это вызывает большие проблемы, но с течением времени, с получением опыта, это становится плюсом. Потому что нога не устает, тормозить легко. Ну да. Нет, в целом, я хочу сказать, машина, она, во-первых, что мне понравилось, это то, что к ней практически не требуется привыкания. То есть, если вы хоть раз на чем-то ездили, то в этом автомобиле вы будете чувствовать себя как дома. И достаточно быстро, то есть, прекрасно чувствуются габариты, то есть, можно всегда влезть в какую-то щель, если это необходимо, очень небольшой радиус разворота. То есть практически на пятаке можно развернуться. Я думаю, что это плюс не только для автомобиля, скажем так, пассажирского, но и для грузового это тоже, я думаю, немалое такое достоинство. Вот, еще то есть... обратите внимание, Владимир, если ехать на дачу, ну да. Просвет здесь нормальный. Обратите внимание, что короткий свес. Задний, то есть, да. Задний, да. Угу. То есть, если мы будем ехать даже по дороге с большими ямами, то, я думаю, это не доставит трудностей. Да, 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 да. Мы не будем, да. И, в общем-то, скажем так, небольшая колесная база, не длинная в том, что, то есть, пока, поэтому, по крайней мере, по вот именно этим дорожным волнам можно проехать. И еще то, что, я думаю, вы тоже уже оценили, что здесь достаточно такая энергоемкая подвеска, и она не пробивается на дорожных неровностях, а достаточно мягко их проглатывает. И поэтому, когда в движении находишь... чтобы оценить подвеску, нужно... Ну, понятно, надо на стиральную доску выехать. И прокатиться по стиральной доске, да. Там, наверное, эффект будет зубодробительный. Но, по крайней мере, я говорю, здесь на наших дорогах, они, в общем-то, не везде с идеальным дорожным покрытием, все вполне достойно, и, в общем-то, энергоемкости подвески хватает. Вот, собственно говоря, сейчас работает спортивный режим на коробке. Так. Ну, вот сейчас вы его убрали. Набирает машина довольно-таки просто скорость. Ну да. Сейчас попробуем. Это вот в обычном режиме сейчас? Ну да. Сейчас да, работает обычно. Разницу, наверное, вот быстро не ощутить. Ну да, конечно, это надо проехать, это надо посмотреть. В городском режиме работает. Она очень была. Я смотрю, руль здесь... Возможно, покажется кому-то, что не совсем удобно, что кнопок нет. А, что он не мультифункциональный. Да, не мультифункциональный. К чему сейчас народ привык уже, да. Но хочу сказать, что тут обнаружились рычажки, мне знакомые. Ну да, если вы владелец французской машины. И вот эти рычаги мне лично нравятся. То есть, возможно, это тоже вопрос времени, привыкания. Но, по крайней мере, функционал рычагов... Здесь все очень удобно. Поиск канала, прибавление громкости. Ну да. Вот, сейчас я включил круиз-контроль. Ага. Так, то есть по городу с этим довольно-таки удобно пользоваться. Удобно, удобно. Да. Причем мне что понравилось в круиз-контроле, что у него шаг идет в 1 километр. Это, кстати, еще добавит интересу тем, кто любит пользоваться круиз-контролем. Ну да, вот. Потому что если, например, сравнивать с тем же Renault, у него шаг 2 километра. И там, в общем-то, то есть идет 80, 78, 76, а здесь можно поставить и 79, и 77. И... То есть, на мой взгляд, это тоже достоинство. Что еще я бы здесь хотел отметить, это уже
такое неявное достоинство – это то, что, ну, на что мало кто обращает внимание при знакомстве с этим автомобилем, но что является неоспоримым, на мой взгляд, достоинством – это то, что заливная горловина здесь находится слева. Кстати, это... Она находится, да, именно так, как на азиатских машинах. Поэтому, когда вы приезжаете на заправку, большинство все-таки у нас европейцев, и вам приходится стоять в длинной-длинной очереди. А, как правило, именно колонки с левой стороны, они, как правило, чаще свободные. Здесь это продумано. Но это вот характерно для многих для коммерческой линейки французских автомобилей. То же самое и на Jumpy, и на Space Tourer. Там тоже заправочные горловины находятся слева. Кресло, кстати, тоже довольно-таки удобное. То есть, помимо семейного автомобиля, это хороший вариант подработать. Ну да. То есть, я так уже даже хотел бы попробовать съездить куда-нибудь на ней. Далеко. Далеко. Меня просто влюбил, хочу сказать, обзор. Да, здесь стекло. Сидишь действительно реально как на кроссовере. Высоко над дорогой. Высокий потолок. Это машина и для водителя. И для пассажиров. И для пассажиров, и для груза. Да, согласен. То есть именно мультифункциональный автомобиль, да. Ну, он и называется Multispace. Да, полностью оправдывается. Давайте попробуем. Спорт. Ну да. Это мы сейчас на каком? На обычном, да? Да, вот спорт. Там он должен загореться. На индикаторе. Ага, все, вижу. Все, вот сейчас горит, как раз было включено. Угу. Сейчас включено. Кикдаун тут есть. Ну да. Есть. Чувствуется педаль. Прожимается. И на конце есть отклик. Ну да. Видите, он просто в режиме спорт дольше зависает на нижней передаче. И поэтому он здесь. Ну вот было бы интересно, конечно, еще зимой поездить, ну, да, попробовать режим снег. На Peugeot, я хочу сказать, мне эта функция помогала доехать даже зимой, да, на даче были моменты. А здесь, я, как вы сказали, есть... Да, грипп-контрол, да. Грипп-контрол, тоже очень интересно было попробовать. Да, можно переключать на ходу. Интересно, расположили они сюда ручку довольно-таки близко к рулю. Неужели... Это этим так создатели подразумевали, что этим пользоваться можно будет часто. Но они имели, наверное, чтобы его долго не искать. Да, долго не искать. Ну и попутно чисто психологически они как бы потребителя готовят к тому, что здесь есть такая функция, есть возможность подстраиваться под дорогу. Мне очень нравится по мультимедии то, что они не стали следовать нынешней моде, выносить дисплеи, ну, да, как, да, планшеты, да, да, да. Ну, да, как вставлю, и оставили это классически, ставить. Да, потому что за ним ничего скапливаться не будет, оторвать его рукой не хочется, ну, да, дети тоже его теребить не будут, это хороший плюс. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать вам сегодня. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, мы обязательно на них отвечаем. Удачи вам и вашему авто. Пока! Автомобиль на тест предоставлен дилерским центром Nordauto Citroen, расположенным в городе Твери по адресу Московское шоссе 11. Справки по телефону 37800.